Всем привет! С вами эксперт по цифровой технике Galaxy Илья, и сегодня я хочу поделиться с вами самой главной и полезной информацией об одной из главных новинок лета 2021 года Galaxy Z Flip 3. И поскольку мне уже не терпится поделиться с вами своими впечатлениями, я предлагаю не терять времени. Поехали! Знаменитая концепция гибких экранов все больше находит отклика в сердцах пользователей. И это неудивительно, ведь Samsung с каждым годом продолжает модифицировать и добавлять уникальные фишки в свои мобильные гаджеты. Поэтому, естественно, первое, с чего мы начнем, это дизайн и внешний экран. У Galaxy Z Flip 3 совершенно новый дизайн, стильный, привлекательный, и он стал еще удобнее. В руке этот смартфон ощущается максимально легким и удобным. А еще это один из самых портативных смартфонов Galaxy, который легко в сложенном виде помещается в карман. Кстати, этот смартфон протестирован на 200 тысяч складываний. Это примерно по 100 складываний каждый день на протяжении 5 лет. Благодаря прочному стеклу Gorilla Glass Victus на внешних частях смартфона и рамке из прочного алюминия, вы можете быть уверены в степени прочности гаджета. Кстати, насчет степени прочности. Впервые в линейке Galaxy Z смартфоны обзавелись защитой от влаги по стандарту IPX8. Защита от пролития воды, дождя, брызг – никакого беспокойства. Внешний экран Galaxy Z Flip 3 стал в 4 раза больше по сравнению с предыдущей моделью. Это позволит вам быстро и удобно управлять функциями даже в сложном виде. Смахните вниз и получите доступ к быстрым настройкам. Смахните вправо и получите доступ к уведомлениям. Смахнув влево, вы получите доступ к управлению виджетами. А взмах вверх дает вам доступ к функции Samsung Pay. Тем более, внешний вид вы можете изменять в соответствии со своими предпочтениями. Выберите вариант дизайна из предложенных или возьмите понравившуюся фотографию из галереи. Ну и, конечно, функция переключения между экранами осталась. Отвечайте на вызовы, свайпнув по экрану. И открывайте приложение напрямую, просто нажав на уведомление на внешнем экране и раскрыв Flip 3. Основной экран обзавелся адаптивной частотой обновления 120 Гц. Теперь суперплавная прокрутка и оптимизированный просмотр контента доступен и на флипе, а благодаря Dynamic AMOLED 2X и мощным стереодинамикам вы получите незабываемые впечатления от любимых шоу, сериалов или других видеороликов. Флекс-режим обзавелся новыми улучшениями. Интерфейс теперь сам оптимизируется под большинство приложений. Например, в YouTube вы можете просматривать контент на одной части экрана, а на другой видеть информацию о видео. Возможности селфи без рук, конечно, остались, причем добавились новые функции. Искусственный интеллект следит за тем, чтобы при любых условиях оттенок кожи оставался естественным, а режим автонаведения позволит держать все объекты в центре кадра видео, положив телефон на поверхность или взяв в руки. Кстати, внешний экран тоже помогает создавать крутые фото и видео в режиме селфи. Переключайтесь между 12-мегапиксельной широкоугольной и 12-мегапиксельной ультраширокоугольной камерами или между режимами фото-видео, проводя пальцем по внешнему экрану. Удобно? Хотите, чтобы ваши фотографии стали более яркими? Для вас улучшили режим ночной съемки. Теперь в темноте максимальный объем выдержки можно увеличить до 10 секунд, что позволит снимать в местах с недостатком света и не беспокоиться за качество фотографий. Тем более, когда вы можете поставить смартфон на поверхность и избежать тряски при ручной съемке. Пятинанометровый процессор Snapdragon 888 с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 обеспечивает флагманскую производительность новому флипу. Запуск любого приложения или игры, работа в режиме многозадачности – все это доступно и работает с максимальной производительностью и энергоэффективностью.
И это стало доступно благодаря не одному, а целым двум аккумуляторам общей емкостью 3300 мАч. Galaxy Z Flip был всегда интересным и уникальным устройством, на которое как минимум обращали внимание. А теперь, благодаря улучшенному внешнему экрану и уникальному флекс-режиму, вы будете наслаждаться от использования и оставаться стильным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои вопросы в комментариях. Мы на них обязательно ответим. И помните, Samsung сервис — это спокойствие с гарантией. Всем до скорой встречи!